Мойка воздуха Starwind SAW5522 не только очищает воздух в помещении от пыли, но и увлажняет его, не создавая пара или тумана и не оставляя микрокапель воды на мебели и стенах. На красочно оформленной упаковке приведены подробные технические характеристики и схема, объясняющая устройство прибора. Пластиковый черно-белый корпус мойки воздуха имеет форму цилиндра. Верхняя половина прибора – это моторный блок с вентилятором и фильтрующим элементом, а нижняя – это бак для воды. Воздухозаборные решетки расположены на боковых сторонах цилиндра. Над ними находятся углубления, служащие ручками для переноски. Всю верхнюю сторону корпуса занимает крышка с выпускной решеткой в форме солнца с расходящимися лучами. Под ней находится круглый фильтр тонкой очистки из темного поролона. Под фильтрующим элементом еще одна решетка, а под ней лопасти вентилятора, обеспечивающего движение воздуха внутри мойки. Воздух поступает в устройство через боковые решетки и проходит в нижнюю часть корпуса, где расположен вращающийся испарительный барабан, погруженный в воду. Испарительный барабан представляет собой пакет из 30 перфорированных дисков. Многочисленные прямоугольные отверстия на каждом из них призваны увеличивать площадь испарения, а шероховатая поверхность способствует задержке загрязнений. Благодаря разборной конструкции диски можно легко снимать и промывать, если надо произвести очистку, а потом заново собрать. Барабан приводится в медленное движение большой пластиковой шестерней. Пыль и микрочастицы удерживаются на шероховатой влажной поверхности дисков и оседают в резервуаре с водой, а очищенный и увлажненный воздух покидает прибор через выпускную решетку. Внутри бака смонтирован датчик уровня воды, отключающий устройство при опустошении резервуара. В воздухозаборном отверстии есть капсула для ароматических масел. Это небольшой контейнер с пористым материалом. Такое решение позволяет не только очищать воздух, но и наполнять его ароматом. У мойки два уровня мощности, их переключают цилиндрической ручкой на передней стороне. Третье положение выключает устройство. Двухцветный светодиод рядом с рукояткой горит синим при нормальной работе, а при неисправностях загорается красным. Чтобы наполнить бак, следует снять моторный блок и залить воду в емкость на месте, потому что переносить наполненное устройство с водой будет неудобно. В емкость помещается около 4 литров воды. После запуска в проветренном и сухом помещении за первые 9 часов мойка воздуха подняла относительную влажность воздуха до 35% и удерживала ее продолжительное время. Резервуара устройства хватает почти на сутки. Мойка воздуха Starwind SAW5522 очищает воздух в помещении от пыли, одновременно мягко увлажняя его. При работе прибора не возникает водяного тумана или пара, как это происходит в случае использования ультразвуковых или паровых увлажнителей. Прибор экономичен и прост по конструкции, им несложно управлять и легко за ним ухаживать, достаточно следить за чистотой и своевременным наполнением резервуара.